Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, вы на моем канале «Сладкий персик», и сегодня у нас с вами рецепт. Готовить мы будем очень вкусный и без вреда для фигуры салатик. Нам понадобятся кислые яблоки, огурец, болгарский перец, мясо, у меня здесь буженина, можно взять отварную куриную грудку, одно яйцо, сметана, горчица и соевый соус. Нам нужны все ингредиенты, кроме яйца, потому что яйцо у нас сырое, забыла сказать об этом. Мы нарезаем соломкой. Яблоко, если хотите, можно натереть на крупной терке или тоже нарезать соломкой, ну или дольками, как вам больше нравится. Мы нарезали все ингредиенты и соединили их в салатнике. И нам осталось сделать яичные блинчики. Здесь небольшое уточнение. Посмотрите, у нас полоски получились достаточно большие. Но если вы любите мелкие кусочки, делайте, пожалуйста, так, как вам нравится. Нам просто нравится крупное, поэтому мы достаточно крупно режем. Просто в комментах мне постоянно за это прилетает. Ну, если мы любим такое, ну что поделать. Рассказываю, как сделать яичные блинчики. Берем небольшую миску, разбиваем в нее яйцо. Взбалтываем вилкой и добавляем столовую ложку соевого соуса. Перемешиваем и идем на плиту. Я беру блинную сковородку, хорошо ее разогреваю без масла и буду жарить яичный блинчик, как обычный, только с одной стороны. Блин, мы пожарили и теперь ждем, когда он остынет. Пока что приготовим заправку. Для заправки мы просто смешиваем сметану, горчицу. Лучше всего взять зернистую, она очень вкусная. Ну и, конечно, можно добавить соль и перец. Наш блинчик слегка остывший, мы сворачиваем в трубочку и нарезаем на кусочки. Ну и все, теперь все соединяем, смешиваем, перемешиваем. Добавляем заправку, яичные блинчики, перемешиваем, и можно кушать. Я сначала добавляю заправку, все хорошенько перемешиваю, потому что яичные блинчики недостаточно нежные. Если их положить сразу, я боюсь, что они развалятся. Поэтому мы их добавим в конце. Ребята, салат получился очень вкусный, он одновременно и сытный, и свежий, не совсем калорийный, потому что здесь даже нет майонеза, ничего нам не пришлось жарить. Буженина у нас была домашняя, если вы хотите, можно использовать вареную индейку или вареную курицу, тут, в общем, все на ваше усмотрение. Отличный рецепт для того, чтобы подготовиться к лету. Приятного аппетита!